Англия идет, господа товарищи. Продолжается путешествие Ричарда Глостера по Кальразии. И на данный момент он находится недалеко от города Саргот, где встречает ярла Гаеду. Мы продолжаем воевать с нордами, поэтому мы их атакуем. У нас 129 против их 113. Все в атаку. Мы победили. Так, у нас один убитый. Рекрут Вигер. У них 43 убитых, 64 раненых. Окончательная победа. К сожалению, ярл Гаеда сумел скрыться. Набираем пленников.
повышаем отряд. Идем дальше. Набираем добровольцев в деревне Айк. Набираем добровольцев в деревне Ульбурпан. Набираем добровольцев в деревне Тисмир. Встречаем посредника в городе Кудан. Продаем ему наших пленников. Здесь же встречаем крестьянина. Естественно, соглашаемся помочь им. В деревне Узлум отбиться от бандитов. Атакуем бандитов в деревне Узлум. Всем держать позицию. Все в атаку. Победа. Так, не принимаем отношения. Набираем добровольцев. Так, повышаем Бурчу. Бурчу мы качаем интеллект по-прежнему. Так, и прокачаем ему обучение на 2. Идем дальше. Гарнизон города Тульга составляет уже 603 человека. Набираем добровольцев в деревне Юзга. Набираем добровольцев в деревне Унре. Набираем добровольцев в деревне Фишара. Набираем добровольцев в деревне Лькубаил. Набираем добровольцев в деревне Межаед. Набираем добровольцев в деревне Тамнух. Набираем добровольцев в деревне Сехтем. Набираем добровольцев в деревне Шибалзумар. Благосостояние города Тульга растет, и, соответственно, мы уже в плюсе. Набираем добровольцев в деревне Квалит. Набираем добровольцев в деревне Телимсал. Набираем добровольцев в деревне Диббаи. Набираем добровольцев в деревне Руждик. Набираем добровольцев в деревне Митнун. Набираем добровольцев в деревне Хаваха. Недалеко от Шариза встречаем 2 свадийских отряда. Атакуем их.
На 137 против их 101. Всем держать позицию. Всем в атаку. У нас потери. Победа. У нас убит мамлук и рекрутс ранит. У них 55 убит и 46 ранен. Окончательная победа. Да нет, славно бились Беранс. Да и ты тоже. Отпускаю я вас всех. Сражайтесь дальше с Султаном Хакена. Я даже желаю вам в этом успеха. Так, крестьян. Крестьянка мне больше нравится, чем крестьяне. Здесь, наверное, всех берем. Так, всяких рекрутов мы брать не будем.
Высшая матрец. Идем дальше. В таверне Шаризу встречаем посредника и продаем ему пленников. Недалеко от города Тир настигаем отряд Ярла Райка. Почему бы нам не заключить мир? Держи. Деревню Тисмир атакуют бандиты. Поможем крестьянам. Победа. Не берем вознаграждение. Идем дальше. Повышаем наш отряд. В первую очередь Лизалита. Лизалиту мы качаем интеллект, обучение и тактику. Идем дальше. Недалеко от города Кудан настигаем банду таежных бандитов. Атакуем их. Всем держать позицию. Использовать только тупое оружие. Все в атаку. Негодяи, нам луку убили. Лишний раз убеждаюсь, что это очень серьезные противники эти. Таежные бандиты.
Победа. Берем пленников. Повышаем отряд. Идем дальше. В таверне города Кудан встречаем посредника, которому продаем наших пленников. Значит, тур переходит на уровень 11. Повышаем кэштура. Мы ему качаем силу. Живучесть. Повышаем отряд. И на этом я буду заканчивать данную серию. Надеюсь, до скорых встреч. Пока.